Здравствуйте, все мои дорогие. Девчата, вышла с работы, вот остановилась тут в переулочке, чтобы хотя бы как-то начать вам заснять видео. Как вы видите, я с зонтиком. У нас дожди идут всю неделю. Тепло, 21 градус, но очень большой дождь. Вот ну прямо ручей течет по дороге. Вот. Ну что делать, девчонки? Я не знаю, что вам рассказать, как таково у меня почти нет новостей, но у меня самая главная новость, из-за которой я сюда приехала. Я сегодня получила вторую зарплату, и она меня очень радует. Я не хочу говорить, что очень маленькие зарплаты в Молдавии, но не хочу говорить, что моя очень большая в Германии. Но за 2 месяца я получила зарплату, сколько моя дочка получает за 10 месяцев там. Так что вы не обессудьте, не зря я тут. Пока мама может, она поможет. Так что, если я могу, вот стыдно, да, вы говорите, что стыдно, да, действительно стыдно. Да, иногда так меня нервирует, вот это моя пациентка, потому что, конечно, она, то она больная, то она вредничает, то она эгоистка становится. Но я на работе, и все равно я остаюсь тут и буду работать, девчата. Собралась в магазин, иду в магазин Lidl, если у меня получится там вам заснять видео, я сниму. На этой неделе есть какие-то скидки, я не знаю, буду покупать то, что я буду находить. Девчата, ну вообще-то я ищу кукурузную муку. Я в Лидле не найду. Я поеду в русский магазин. Может быть, там найду себе кукурузной муки и сделаю мамалычку. Очень хочу. Имею брынзочку. И достала крылышки. Буду тушить с луком и с морковочкой. Просто на растительном масле. Сначала лук, потом морковочка. И туда мои крылышки куриные, не мои, а курячие. И буду их тушить. И если бы у меня была бы мамалычка, вот к этому тушеному мясу. Да еще и брынзочка у меня есть румынская. Я давно ее купила, ее надо скушать. Тогда это пальчики оближешь. Вот такую вот, вот плохую погоду, что у меня, ну, прям такой дождь идет. Такой противный. Я хочу горячие мамалыги. Девчата, идем в магазин. Может быть, я там что-нибудь засниму. Вот мои продукты, которые я купила, девчонки. 2,5 килограмма картошки молодой. Это молодая картошка. 2 килограмма лука. Вот такая вот красивая паприка. Паприка 95 центов всего лишь. Черешня вот такая красивая, килограмм по 4,90. 4,90 евро. Центов. И помидорки по 75 центов. Я тут на 60 копеек купила. Молочко евро 15. Рыба. Вот 10 евро отдала за рыбу. И не жалею, девчонки. Эту рыбу мне Каролинка солила все время. Соль, сахар и, конечно, оливковое масло. У меня нету. У меня есть растительное. Вот так и буду. Держите в замороженном виде. Тут 4 куска, если видно. Вот они, по одному кусочку достаете и маринуете себе, и кушаете по кусочку. Я как-то купила рыбу, филейку, и заплатила за 700 с чем-то грамм, по-моему, 7,50, по 10 евро килограмм. Но эта филейка, там половина льда. Я когда разморозила, с той филейки ничего не осталось, она невкусная еще. А это же красная рыба. И вот авокадо по 55 центов. И всего я заплатила 24,72. Вот, очень хорошо я себя отоварила. Сегодня была зарплата, я себя балую. Вот такая вот красавица рыба у нас. И решила я один кусочек замариновать. Вот, возьмем вот этот. Смотрите, какая красавица. Ой, как я ее люблю, девчата. И вот у нас 3 ингредиента. Сахар, соль и растительное масло. Конечно, хорошо оливковое масло. Вот так.
Просто солите хорошо сахарку. Вот сюда вот. Вот так делайте. И это получается вкусно. Это получается очень вкусно. И оставляйте уже утром, это можно кушать. А мы с Каролинкой уже через 2 часа кушали, потому что мы очень любим вот такую вот рыбу. Особенно вот с авокадо, девчата. Вот у меня еще 2 авокадо тут. И смотрите, 11 евро. Насколько мне вот этой рыбы хватит? Полкило такой рыбы без костей, без льда, без ничего. Не буду я пингасис или как там эта филейка называется. Не по барабану. Вот так будем мариновать вот такую прекрасную рыбу. И буду кушать. Мне рыба нужна, и вам рыба нужна. Всем нам нужна рыба. Вот так. И через 2 часа я уже ее буду пробовать. Уже буду кушать, девчата. Ой, какая прелесть. Я уже ее хочу. Я уже ее хочу. Так сильно хочу. Хотела заснять в магазине. И все вверх тормашками засняла. Не так поставила телефон. Так что вот чем богаты, тем и рады. Ну что, мои хорошие, пока я попью чай, потому что пришла такая вся мокрая, такая вся замерзшая, скушаю свою конфетку и буду что-то готовить себе покушать. Рыбу хочу, не могу. Замариную себе рыбу. Завтра буду балдеть. Завтра у меня целый день выходной. Так что, как всегда, с вами ваша Марина. Тёмки-тёмки. Пока-пока.